Приветствую! Ты хочешь начать покорять трюковые самокаты, но не знаешь, какую бюджетную модель выбрать? Тогда ты по адресу, ведь мы в этом видео собрали три самых бюджетных модели для новичков. Аудитория. Все три модели рассчитаны на райдеров с начальным уровнем катания, кроме, пожалуй, последней, на которой райдеру даже с средним уровнем катания будет вполне комфортно, но об этом чуть позже. Фичи. Теперь пробежимся по всем моделям и глянем вкратце их детали. Первый на обзоре – Amigo Stand. Простой, но достойный для своего бюджета самокат. Руль Т-образный, сделан из высокопрочной стали. Высота руля от пола 83 см, а ширина 48 см. Учитывай это при выборе. Компрессия типа HIG. Рама анодированная, изготовленная из сплава алюминия. Размер рамы 50 на 10 см. Вес самоката при этом 3,7 кг. Колеса полиуретановые, диаметром 110 мм с пластиковой ступицей. Покраска довольно качественная, дизайн симпатичный. Это кинодежный парковый боец. Следующий на очереди Marathon Blazer HIG. Он немного дороже Amigo, но качество при этом лучше. Это свежая модель 2023 года. Данный скутер является самым легким из представленных. Его вес всего 3,2 кг. U-образный руль шириной 47 см и высотой деки 61,5 см. По размерам он отлично подойдет для райдеров ростом 155-175 см. Руль и вилка изготовлены из закаленной хромолиевой стали. Компрессия, как понятно из названия, HIG. Дека алюминиевая, размерами 50 на 11 сантиметров. Колеса тоже алюминиевые, full core, то есть полностью закрытые заглушкой. У этой модели, кстати, так же как и у Amigo, есть заводские пеги в комплекте на переднее колесо, что будет приятным бонусом при покупке. Короче говоря, выглядит он стильно, что-что, а вот дизайн Marathon делать умеет. Ну и последний на сегодня и самый лучший из представленных моделей — это Bavar Stand. Руль и вилка сделаны из алюминия, высота руля от пола 86 сантиметров, вилка литая. Компрессия также HIG, классика легкости и прочности. Дека из алюминия длиной 50,5 и шириной 11 см. Диски литые из алюминия и на практике на этой модели показывают себя как очень живучие. И в отличие от двух предыдущих моделей, этот самокат собран на интегрированных подшипниках, что неплохо добавляет ему и в комфорте, и в надежности. Вес самоката, кстати, такой же, как и у Amigo, 3,7 кг. По дизайну у нас все довольно строго. Итоги. Вот такой обзор у нас сегодня получился. Я думаю, хотя бы один из этих трех самокатов тебе точно понравится. Так что если ты новичок и ищешь себе верного колесного коня, то переходи по ссылке в описании и пиши нам, мы поможем подобрать тебе лучший вариант. Не забываем подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. И кстати, если ты не смотрел наше прошлое видео, оно прямо сейчас появится у тебя на экране. А с вами был Андрей, магазин Ролики.ua. До новых встреч!